Привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала. Добро пожаловать, и мы продолжаем играть в игру Outlast. Ну что ж, в прошлой серии мы потеряли камеру, и мы ее нашли. С трудом, конечно, но нашли. И значит, что же, она разбита и тарахтит, короче, уже. Так, ну и что ж, продолжаем мы путь. Так, вот тут надо, наверное, как-то пробежать. Все, отлично. Так, и куда нам двигать? Черт его знает. Так, эта дверь, слава богу, она закрыта. Потому что, когда тут много открытых дверей, это не сулит ничему хорошему. Так, что здесь? Вау! Оп! Ах, нихера! Нихера! Все тут рушится. Капец. Так, давай, забирайся. Фух. Так. Я надеюсь, ты меня не тронешь. Лишь один выход. Лишь один. Окей, 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 хорошо. Откуда ты знаешь, куда ты идешь? Я не знаю, куда я иду. Стрип пропал уже. Так, ладно. Значит, что же? Все очень напряжно, и я тебе скажу, мы, походу, вышли. Я даже не знаю, куда мы вышли. Мы вышли в какое-то место. Такое, знаешь, типа... в начало. Как будто в начало вышли. Вот эти коридорчики, вот это все такое непонятное. Так, спокойно. Так, есть какие-то открытые двери. Так, ладно, побежали. Так. О! Какого хера? Какого хера? Тихо, 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 закрывай. Куда нам? Нам сюда? Так, заходи. Че, он сюда придет? Я не знаю, вроде он сюда хочет войти. Так, окей. Я не знаю, как, ребят, но мы вроде ускользнули от Криса. Сегодня нам везет. Отлично. Так, а здесь что? Так, давай-ка пройдем сюда. Что это за место такое? Так. О! Тихо, тут документики. Ладно, давай возьмем документики. Так, и давай наверх. Наверх заходи, все, отлично. Так, давай прочтем документы. Что нам тут говорят? Сны Билли. Еще одна интересная беседа с Билли. Сегодня утром он утверждал, что снова беседовал с доктором Вернике о своем лечении в неком белом месте. Меня беспокоит, что его бред становится только хуже с препаратом, что не указано в литературе по бензодиазепину. В любом случае, его мертвый друг доктор продолжает засорять ему голову немецким фольклором. Так, единственное, что может убить Валрайдера, это бабочки-вампиры, извергнутые демоном по имени Херерцы. Так, понятно, тут мифология пошла, ребят. Так, 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 так... Помнишь, ты говорил, что раньше Билли упоминал татуировки своей матери, не было ли случайно среди них бабочек и так далее, и так далее. Окей, хорошо бы сравнить наши записи, не помешало бы сделать это за бокалом вина. И смайлик. Как-то одиноко на этом втором этаже, Курт. Окей. Нашли мы, значит, секретные записи, дорогие друзья, это хорошо. Так, теперь нам надо двигать как-то дальше и спасаться от этого гребаного Криса. Но я надеюсь, мы от него уже ушли. Вот правда. Я с ним не хочу сталкиваться. Вот. Реально. Так, что у нас тут? Так, какой-то чел сидит тут. Непонятный. Так, вообще, как его сюда забросили? Какой-то кошмар. Так, давай. Хорошо. Все, отлично. Так. Блин, а ты не узнаешь? А ты не узнаешь это место? Вот мы тут пытались пройти, и значит, нас отсюда выкинул Крис. Это самое начало игры. Я же чувствую, дорогие друзья, что вот куда мы зашли. Так, это что, библиотека? Так, ладно, давай пробежимся. Может, найдем какой-нибудь документик, либо батареечку. Хотя не. Ладно, пофиг. Нам надо двигать дальше потихоньку. И значит, что же... Ты, это он, я должен сказать тебе ключ к дому бога в театре, за светом в театре. Посмотри фильм, там он оставил карточку, ясно? Ладно, ладно, хорошо. Ну вот цель, добудьте ключ в зале отдыха. Окей. Хорошо, зал отдыха, так. Я так понимаю, это здесь, да? Ух ты, батарейка. Отлично.
Так, стой, это зал отдыха такой? Так, тихо, спокойно, можно спрятаться, да, если что? Так, окей. Ну я, значит, думаю, нам на лестницу. Зал отдыха. Шикарно. Наверное, единственное самое спокойное место. Хотя, черт его знает, ребят, тут спокойных мест не бывает. Так, окей, проходим потихонечку идем. Так, значит, в театре нам сказал еще этот чувак посмотреть фильм. Ну хорошо, я посмотрю быстренько. Может, нам что-нибудь да и объяснят, что здесь вообще, какая чертовщина происходит. Так, отлично. Так, чё, куда дальше? Воу! Ты играешь? Тут и есть те, кто игр... Блин, я, конечно, удивлен. Вау. Офигеть, играл на пианино. Но довольно-таки красиво. Я думал, это тут кино какое-то идет. Ну, типа, зал отдыха, кинотеатр, фильм. А нет, оказывается. Так, спокойно, куда нам идти? Сюда? Так, тихо. Это, я так понимаю, зал отдыха, да? Тихо, сохраночка. Вау, тихо. Ладно, давай бежим. Так, спокойно. Что у нас тут вообще за фигня? Так. Окей. Так, интервью записано 27 декабря 1985-го, окей. Так, ой. Так, с пленкой ничего... О, господи. Так, понятно, тут свои, так сказать, заморочки. Так, что здесь? Так, заперто. Так, окей. Я, в принципе, за фильмом не слежу. Но довольно-таки, наверное, интересно посмотреть, что нам, может, там скажут интересного. Так, камера барахлит, документы. Так, хорошо. Не критический фастфит. Так, руки не мешало бы мыть почаще. Но некротический фасцит. Серьезно, нафиг я ухожу. Так, понятно, какая-то фигня тут. Так, ладно. Я так понимаю, нам сюда, да? Так, хорошо. Так, давай, открывай. Ух. Пока вроде спокойно и вроде все хорошо. О, я вижу шикарную батареечку. Давай возьмем ее. Так, ладно. О, тихо. Ты че? Боже, напугал меня. Так, ну ты... Ты не откроешь, да? Блин. Так, придется двигать куда-то в другую сторону. О, блин, всякие психи бегают. Так, ладно. Нам сюда, да? Окей. Так, близость, смерть, неодолимое безумие, только те испытуемые, которые познали достаточно страха, бла-бла-бла. И вся фигня. Так, ладно, давай потихоньку только... Аккуратненько, так сказать, продвигаться. Так, я так понимаю... Оп! А, ты лично! Фух, паркурист, ты наш гребаный. Так, окей. А вот и ключ. Доступ на третий этаж. Окей. Так, теперь нам как выходить? А, тут можно выйти. Хорошо, давай выйдем. Так, спокойно. Так, давай перезарядим батарейку. Отлично. Так, и куда нам дальше-то идти? Я думаю, здесь выход, да? Так, отлично. О! Тихо! О! Тихо. Божешки, боже. Тихо, пожалуйста. Не надо. Ух. Так, все, я прошел. Вроде как я прошел. Так. Ключ доступа на третий этаж. Это сюда? Да, это сюда. Фух. Так, отлично. И хорошо, что мы знаем некие нычки, дорогие друзья. Вот эти. Так, спокойно. Окей. Куда нам идти? Сюда? Так, ладно, вроде сюда, да? Тихо. Спокойно. О! Так, тут что-то непонятное. Так, здравствуйте. Какой-то Воловдемор тут стоит, блин. Какой-то кошмар. Так, нам сюда, да? Блин, почему тут такая музыка? Дерьмовая. Чё, привидения поют. Так, ладно. Что-то вроде спокойно.
Ух. Так, ни батареек, ничего, да? Не предоставите хуй. Здравствуйте. До свидания. Так, подожди, нам сюда, да? Так. Блин, все психи. Что-то тут сидят. Молятся. Так, я так понимаю, это им отец Мартин так сказал сделать. Тихо. Спокойно. Очень напряжно, ребята. Очень-очень сильно напряжненько. Так, нам вряд ли сюда, да? Батареечка, Детка, отлично. Так, подожди, нам сюда, да? Куда нам вообще? Так, хорошо. Они, нас никто не трогает. А! Так, хорошо, хорошо. Нам сюда, да? Хорошо. Тихо, тихо. Тихо. Ух, чуть не выпал из окна, офигеть. Так, ладно, продвигаемся, ребят, продвигаемся. Так, я так понимаю, нам сюда. Так, мне показалось, или главный герой заметку какую-то сделал? О, не делал заметку. Ух, это просто камера тарахтит уже, и знаешь, мне уже кажется, что главный герой какие-то заметки делает. Ё-моё. Так, отлично. Проходим. Бог, что-то... Вау. Так, хорошо. Привет, чувак. Ой, здравствуйте, дяди. Так. Окей. Отлично. Ну, блин, я, конечно, вижу это все представление. Конечно, еще миг, и ты воссоединишься. Так. Окей. Блин, отец Мартин, как ты так мог? Стой, меня заперли, да? Так, ладно, давай попробуем открыть. Хрен, они нас заперли, блин. Вот вы жопы. Так, ладно. Не хочу как-то смотреть на это все дело. Давай сейчас просто, так сказать, постоим. Так, ты узришь и опишешь мою смерть, мое возрождение, тогда мы оба освободимся. Так, говорит. Ну, я не знаю, отец Мартин, ты немножко обезумел, конечно, во всей этой фигне. Но главное, что мы подобрали ключ, и у нас главная цель от... Отправляйтесь в часовню. А, хотя не, мы уже в часовне находимся, окей. Мы, я так подобрали... я так понимаю, мы подобрали ключ от лифта. Воу-воу-воу-воу-воу. Блин, жалко отца Мартина, блин. Печально. Печальная картина. Так. Новая цель. На лифте можно добраться из центрального выхода. Ну, ура, наконец-то, спасибо. Так. Куда нам идти? Сюда, да? Окей, оп, давай, полетели, детка, так сказать. Список предметов, ключи запуска лифта. Окей, блин, а почему нам просто этот отец Мартин не мог просто дать этот ключ и все? Почему надо было вот такими изощренными способами? Так, окей. Вау, тихо, какого черта? Какого мать его черта? Тихо. Тихо, где он? Вы чё, прикалываетесь? Почему это так неожиданно? Он нас увидел и все. Так где, мать, он его? Давай, иди сюда. Давай, 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 двигай, двигай, детка, сюда, давай. Давай, жертвест, я тебя жду. Хотя, смотри, мы, наверное, сможем пробежать. Так... Быстро, ребята, аккуратно. Так, спокойно. Ай, да, блядь, почему ты такой толстый? Отлично. Все, я вроде пробежал. Ух, ну и ты тупица. Да, однако. О, боже. Боже, 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 боже. Так. Закрывай нахер лавочку. Так, я так понимаю, нам сюда, да? Ух. О боже, ускользнули. Ух, вроде как ускользнули, дорогие друзья. Страшно. Охренеть. Так, и что ж, мы добегаем до лифта. Давай вставляем ключ тогда. Все, едем. Походу, дорогие друзья, мы близимся уже потихоньку к финалу. Это шикарно.
Ой, страшно, блин. Почему мы встали? А. Все понятненько. Значит. Охренеть. Спускаемся в подземную глубокую лабораторию. Ух, ну и жуткая же тема. Однако. Потихоньку, потихоньку спускаемся. Оу. Найдите другой выход. Идет сохранение. Вау. Окей, дорогие друзья. Ух ты, какие белые пещеры. Охренеть. Ладно, ребят, давайте пока на этом закончим данную серию. Довольно-таки очень интересно и классно все. Прошли мы, так сказать, до подземной лаборатории. Близимся мы потихоньку к финалу игры. Возможно, в следующей серии уже будет финал игры. Вот такая тема. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.